Большая просьба, во избежание неловких ситуаций, отключите свои мобильные телефоны. Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, почтенная публика, здравствуйте. Ну что, с именинником вас, а? Братва! Спасибо. Я думаю, что самое правильное, если на день рождения вам и Алёше мы подарим что-нибудь удивительное, а именно путешествие. Путешествие в сказочный, совершенно неповторимый мир. Мир нереального, мир удивительного, мир того, чего нам с вами неподоступно, но ему одному единому понятно. Я, конечно, честно говоря, поехал бы сам с вами, но какой мужчина не мешает отправиться в путешествие с женщиной? Поэтому, дамы и господа, ваши аплодисменты. Рядом со мной неповторимая Наталья Паян. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Так приятно видеть в зале родные, до боли знакомые лица. Представляешь, с какой удивительной компанией мы сегодня отправляемся в волшебное путешествие в страну магии, иллюзии. Все очень хорошо, конечно, но понимаешь, магия, иллюзия – страна особенная. Для того, чтобы туда попасть, нужно знать какое-то кодовое слово, либо какие-то волшебные слова. И у заклинания. Тебя такие есть такие? Есть. Пожалуйста. Я думаю, что это заклинание знают многие. Итак, приготовились, давайте напряжем свою память и вспоминаем все вместе. Ахалай, махалай. Добро пожаловать. В страну магии.